Привет, друзья! И рад приветствовать вас на канале Deutsch mit Jecho. Сегодня у нас будет довольно вредная тема. Помните, в школе рассказывали о словах-паразитах, за которыми нужно следить и стараться избавляться от них в речи? Так вот, сегодня я научу вас использовать такие словечки в немецком, и в отличие от школьных учителей, буду крайне рекомендовать вам это делать. Ведь именно они и делают нашу речь живой. Вот эти слова-паразиты, которые называются по-правильному модальпартикль, то есть модальные частицы, это слова вроде «однако», «же», «вообще-то» и так далее. Зачем их использовать в речи? Ну, потому что все их используют. Без них кажется, что вы выдаете наперед заученный текст, а с ними, что речь бежит легко и непроизвольно, кажется, будто вы все выдумываете на ходу. Все эти слова не добавляют никакой новой информации в предложение, а лишь придают речи эмоциональный окрас. Сложность этой темы в том, что здесь нужно чувствовать, когда применить одно слово, а когда не нужно применять другое. Им сложно подобрать аналог в русском языке или точно определить сферу их применения. Это приходит с опытом, но первый кирпич в этот фундамент мы заложим уже сейчас. Давайте уже наконец приступим к первой нашей частице. Это слово «aber». Его стандартное значение, как вы знаете, это «но». «Sie kommt heute, aber morgen fährt sie schon nach Hause». Она придет сегодня, но завтра она уже поедет домой. А в роли модальной частицы слово «aber» выражает удивление. Это что-то вроде русского «однако». Das ist aber lecker. Ну и вкусно, однако. Das ist aber ein schnelles Auto. Какая быстрая машина, однако. То есть aber в разговорной речи может значить что-то «вот ведь не ожидал» и обычно используется перед прилагательными. Следующее слово это auch, которое мы знаем в значении «тоже». Но в роли эмоциональной частицы его используют в вопросах. И добавляют он вопросу некую риторичность, либо же обвинительную черту. Warum hast du ihr das auch gesagt? Почему ты только это сказал? Warum hörst du mir auch nicht zu? Почему же ты меня не слушаешь? Вот такая вот обвинительная частица auch. Следующее наше слово это bloß. В вопросе оно демонстрирует смесь удивления и беспомощности. Warum sind sie bloß so blöd? Почему же они такие глупые? Was hast du bloß getan? Что же ты наделал? Мы одновременно удивлены и расстроены. Но в повелительном наклонении, то есть в императив, bloß может означать угрозу или предостережение. Geh bloß nach Hause, а ну иди домой. Fahr bloß nicht so schnell, только не едь так быстро. Следующее слово у нас в списке это den. В его классическом значении оно используется как союз, синоним weil. Ich komme heute nicht, denn ich habe keine Zeit. Я сегодня не приду, потому что у меня нет времени. Нас интересует его другое значение. Den как модальная частица используется для реакции на какую-то ситуацию и выражает недовольство. Was ist denn passiert? Что же здесь произошло? Hast du denn kein Gepäck mitgenommen? Ты что, не взял с собой свой багаж? Или может выражать более личную заинтересованность в вопросе и делать его более дружелюбным. Wann kommst du denn? А когда ты придешь? Либо же Hast du denn heute Zeit? А у тебя сегодня есть время? Разумеется, все зависит от интонации. Если последние два примера произнести с недовольством в голосе, то никакой дружелюбности и заинтересованности речи не будет. Дальше у нас идет, наверное, самое любимое у немцев и самое нелюбимое у изучающих немецкий язык слово для эмоциональной окраски – это doch. В его оригинальном значении можно перевести как отнюдь, то есть отрицание отрицания. Hast du keine Milch mitgebracht? Ты не принес молоко? Doch, habe ich. Конечно же, принес. Но в качестве эмоциональной частицы оно может иметь несколько значений. Первое – это реакция на нелогичное предложение. К примеру, вы вчера с супругой съездили за покупками, а сегодня она снова предлагает поехать в магазин. И вы говорите с упреком «Wir haben doch gestern eingekauft», мы ведь уже вчера скупились. Или ваш знакомый хочет познакомить вас со своим братом, которого видели раньше. Вот вы говорите «Ich kenne ihn doch schon», но я же его уже знаю, зачем ты мне предлагаешь снова с ним познакомиться? Второе значение «doch» — это усиление удивления. «О, das habe ich doch nie gewusst!» «О, я этого никогда не знал!» «Das kann doch nicht wahr sein!» «Это же не может быть правдой!» Также у doch есть еще третья функция – это делать повелительное наклонение более дружелюбным, не таким прямым. Erzähl mir doch alles. Расскажи же мне все. Komm doch hierher. Подойди же сюда. Также doch используется в условных предложениях с конъюнктив zwei, то есть в предложениях с частицей бы. Wenn sie doch kommen würde. Если бы она только пришла. Wäre er doch jetzt hier. Был бы он только сейчас здесь. Ну и последняя функция doch – это упрек. Sag mir doch nicht, was ich tun soll. Не говори мне, что мне делать. Lass mich doch in Ruhe. Отстань же от меня. Но дальше у нас идет слово для обреченных – eben. Оно выражает пессимизм, смирение и констатацию факта. Wir sind eben zu spät. Мы опоздали. Auf dem Land ist es eben so. За городом оно вот так вот. И ничего с этим не поделаешь. А также eben может выступать аналогом genau и переводиться как точно. Dann gehen wir am Wochenende ins Kino. Eben! Тогда на выходных пойдем в кино. Точно! Das Auto war eben nicht neu. Машина была точно не новая. Следующее слово будет легким, eigentlich. Легкое, но потому, что его можно перевести на русский вообще или вообще-то. Ich habe das eigentlich schon gemacht. Я вообще-то это уже сделал. Er weiß das eigentlich nicht. Он это вообще-то не знает. А еще в вопросах eigentlich может значить интерес, а-ля, а я всегда хотел спросить. Sprichst du eigentlich Deutsch? А ты что, говоришь по-немецки? Gehst du eigentlich ins Kino? Ты что, идешь в кино?
Наше следующее слово «этва» тоже можно перевести на русский. «Что ли?» Оно усиляет вопрос и выражает определенную степень удивления или недоверия. «Шпинс ду этва?» «Ты что ли шутишь?» «Вильс ду этва шо на хаузе фан?» «Ты что, уже хочешь ехать домой?» То есть, если вам нужно эффектно удивиться, то «этва» как раз то, что вам нужно. Следующее наше слово – это «хальт». И в роли модальной частицы оно выражает, ну, наверное, тоже разочарованность и пессимизм. «Es ist halt so». Оно вот так вот. Кстати, оно очень похоже на «eben», так что их можно иногда заменять. Ну а дальше у нас идет слово «я». Мы его все, конечно же, знаем и знаем, что оно переводится как «да». Но ведь в русском языке у нас «да» не всегда значит позитивный ответ, а иногда может использоваться, так сказать, для смазки речи. Да ты шутишь. Вот и в немецком языке «я» не всегда переводится как «да», а может иногда усиливать имена прилагательные. Das Auto fährt ja schnell. Машина едет так и быстро. Das ist ja super. Это же супер. Как и aber, оно обычно используется перед прилагательным. Также «я» используется для выражения идей. Wir könnten ja zu Fuß gehen. Мы могли бы пойти пешком. Либо же Wir könnten ja morgen ins Kino gehen. Мы могли бы завтра пойти в кино. Помимо этого, «я» используется как предостережение в повелительном наклонении. Fahr ja nicht so schnell. Не едь же так быстро. Geh ja nicht allein nachts spazieren. Не ходи же один гулять по ночам. Дальше у нас идет слово kaum, едва ли. Оно показывает нетерпение или невозможность чего-то. Ich kann das kaum erwarten. Я могу едва ли дождаться этого. Либо же er kann dich kaum sehen. Он едва ли тебя видит. Наше следующее слово это mal. Первая его функция делать просьбу дружелюбнее. Könntest du mir mal sagen? Ты мог бы мне разок сказать. Hättest du mal Zeit? У тебя было бы как-то время. Но в повелительном наклонении он делает предложение менее прямым, что-то вроде русского «ка». Schau mal, взгляни-ка. Gib mal her, дай-ка сюда. После mal у нас идет nun. Оно выражает нетерпение и используется для начала предложения. Nun fahrt gut nach Hause. Ну, хорошо вам добраться домой. Либо же Warum ist er nun wieder gekommen? Почему же он сейчас снова пришел? Und was nun? И что теперь? Достаточно многообразная частица, я бы рекомендовал ее использовать просто как русское «ну». Nun, was machen wir jetzt? Следующей у нас идет короткая частичка «nur». В своем классическом значении она переводится как «только». Ich spreche nur Russisch. Я говорю «только» по-русски. Но в качестве модальной частицы в вопросах она демонстрирует удивление или беспомощность. Was macht er nur? Что же он только делает? Was hast du nur gesagt? Что ты только сказал? Оно, кстати, очень похоже опять-таки на «bloß». Was hast du bloß getan? Was hast du nur getan? И то предложение переводится как «что же ты только что наделал?». И как и «bloß» в повелительном наклонении «nur» может означать угрозу или предостережение. Komm nur her, подойди-ка только сюда. Fall nur nicht runter, только не свались. И как и «doch», «nur» может также использоваться с конъюнктив 2. Hätte ich das nur gewusst, если бы я только знал. Дальше идет достаточно легкое слово «ruhig». Оно значит «спокойно», но, как и в русском, «спокойно» не всегда значит «медленно» и «размеренно», а иногда оно используется в другом значении. Я могу спокойно выпить 5 литров пива. «Спокойно» имеется в виду «не запариваясь». Может использоваться для усиления одобрения. Ich kann ruhig 5 Liter Bier trinken. Das kannst du ruhig machen. Можешь спокойно это сделать. Du kannst meine Gitarre ruhig benutzen. Можешь спокойно использовать мою гитару. Фух, что-то их много. Но давайте идти дальше. Слово «schon» в своем оригинальном значении и в значении «modal partikel» переводится как «уже» и обозначает невозможность что-то поменять. Смирение с фактом. Was kann man schon tun? Что уже поделаешь? Выражает обреченность. А также «schon» может использоваться в качестве нетерпеливого побуждения к действию. Geh schon, иди уже. Sag schon, говори уже. Но опять же, это достаточно буквальный перевод на русский язык. «Schon» может также выражать ограниченное поощрение чего-то. Das kannst du schon machen, ist aber unnötig. Ты можешь это сделать, но это не обязательно. Ну и кроме этого, «schon» может подчеркивать чьи-то умения. Lukas kann schon gut malen. Лукас умеет рисовать достаточно хорошо. Тоже достаточно многообразная частица, и, разумеется, я называю все эти случаи употребления для того, чтобы вы сейчас это выучили и пошли сами употреблять. Это скорее для того, чтобы вы просто знали, что такое употребление тоже возможно, и, или, например, встретили в моих объяснениях какой-то пример, который вы где-то слышали, но никак не могли понять, зачем там используется та или иная частица. Что же, давайте идти дальше. Дальше слово, которое имеет такое же значение, как и eigentlich, вообще, но используется оно в негативном контексте и демонстрирует негодование. И это слово überhaupt. Das ist überhaupt nicht wahr. Это вообще неправда. Das konnte überhaupt nie passieren. Это вообще никогда не могло произойти. Was ist denn das überhaupt? Что это вообще такое?
Мы уже плавно подходим к концу, слава богу. Наше следующее слово «vielleicht», «наверное» или «может». Здесь тоже есть параллель с русским языком. Оно используется для построения просьбы в вопросах, например, «gehen wir schon vielleicht?» – «может, пойдем уже?» «Könnten wir vielleicht zusammen gehen?» – «ну, может быть, мы могли бы пойти вместе?» Ну и помимо этого просто, конечно же, может выражать наше предположение касаемо чего-то. «Das ist vielleicht gut» – это, возможно, хорошо. И, наконец, наше последнее слово – это «воль». На русский оно может перевестись как немного устаревшее «благо», но сейчас нас не интересует его прямой перевод, так как мы рассматриваем его значение в качестве модальной частицы, и в немецком оно показывает предположение. Например, «Ihr hat es wohl gefallen» – ей, вероятно, это понравилось. «Er hat die Arbeit wohl nicht gemacht» – он, вероятно, не сделал работу. «Er wird wohl am Abend kommen» – он, вероятно, придет вечером. Что же, это были все слова на сегодня. Получилось немного сумбурно, я вас прекрасно понимаю, но, к сожалению, это не та тема, где можно взять и разложить все по полочкам. Уж слишком много здесь вариаций употребления и каких-то локальных случаев. Так что, если я что-то не покрыл, либо же пробежался лишь по верхам, прошу меня простить, ну, такова уж эта тема. В любом случае, я бы не рекомендовал вам заучивать все эти слова или даже часть их наизусть как стишок, ведь это, ну, не что-то такое фиксированное и что-то, что нужно прямо вот 100% знать. Все эти слова в любом случае необходимо прочувствовать самостоятельно на практике. Более того, их значение, как мы уже поняли, может меняться от интонации, с которыми их произносить. Даже самая, на первый взгляд, дружелюбная частица «маль» может придать негативный окрас предложению, если произнести ее со злобной интонацией. «Sag mal, hast du das gemacht?» Так что вслушивайтесь в такие слова в речи немцев и перенимайте те, в употреблении которых вы разобрались. Ну а также можно начать практиковаться с упражнений, ссылку на которую я оставил, как всегда, в описании под видео. А на сегодня наш урок окончен. Ставьте лайки, пишите в комментариях, о каких темах вам в немецком еще было бы интересно послушать. Я надеюсь, я не сильно вас запутал и не отбил желание смотреть мои уроки. Всем пока-пока!